Здравствуйте, россияне. Я посмотрел Петербургский экономический форум, на котором нам говорят, Республика Башкортостан имела самые большие павильоны. По слухам, я, конечно, не могу сказать, на эти мероприятия республика затратила 122 миллиона рублей, конечно, не долларов. Но представители хорошо поели, попили вино за 16 тысяч, корки красной, бутербродные, там все, что нужно, так далее. Встретились наши представители с шейхом Катара. И говорят, теперь Катар, а шейх Катара, будем говорить так, они какие-то, Катар какая-то ненормальная страна, вот что Катар, что Саудская Аравия, будем говорить, Кувейт, это ненормальные какие-то лидеры у них, понимаете вопрос в чем? У них, оказывается, нефть и газ и все остальное принадлежит народу, и народ получает от этого какие-то дивиденды. Но у нас-то в России же должно быть по-другому, у нас газ, нефть и все остальные, золото, все-все-все, что есть в нашем, нам с вами, граждане, принадлежит. Оно принадлежит частным лицам, и платить нам какие-то дивиденды они не готовы. Но вернемся к шейху, или как там, Катара. Наш уважаемый глава администрации Ради Хабиров заявил, сегодня мы будем отправлять в Катар мед. И шейху понравилось очень говядина Республики Башкортостан. Я хочу задать вопрос. Да у нас самих нет говядины. У нас в колхозах осталось по три, по две коровы. Вы посмотрите, что творится. У нас у самих не хватает мяса. Российская Федерация сама закупает 200 тысяч тонн говядины. А чью бы, может быть, кто-то там выращивает ее в подвалах сам для себя? Не могу понять. Вот так, вместо того, чтобы тратить 122 миллиона рублей и съездить по-царски, покушать, попировать и попиариться на всех каналах, вы на эти деньги могли 60 ребятишек вылечить, наших. Ренатов, Алии, Володи, Саши, Коли, Татьяны. Мы, нищие граждане, платим детям, больным детям деньги, а вы, власть имущая, транжирите все эти бабки. Ничего не будет с вашим форумом, никакого меда. Ничего не будет. Для поддержки французского меда вы что, уничтожаете наших пчел, что ли, уже? Вот сегодня кто ответит за то, что многие пасечники-фермеры не досчитались своих пчел? Кто умышленно уничтожает башкирскую? Назовите этого человека. И скажите, пусть кто-нибудь за это ответит. Я знаю, кто за это должен ответить. За это должен ответить. За то, что за здравоохранение, за все вещи. Один человек Республики Башкортостан, ее глава администрации, сидящий на одном стуле, и он же председатель правительства, сидящий на втором стуле. Я не знаю, получает он зарплату за два стула или за одного. Это тот, который сам себе дает задание, сам его выполняет. И говорит так, мы сегодня выполнили, построили одну дорогу, как хорошо поработали, идут премии и так далее. Но он не говорит о том, что 250, 300, 400, 600 дорог мы будем строить в течение 100 лет и выкачивать деньги. Вот это он не говорит. И за то, что у нас нет дорог, мы платим премии, благодарности. Стыда у вас нет. Управленцы, вы по 20 часов должны пахать, как негры на галерах. Не негры, я уж извиняюсь, это слово. Рабы на галерах ради своего народа. А вы тут пиаритесь, ходите туда-сюда, зачем почему-то. Спасибо. Сейчас